Здорово. Мы тут начали, мы тут продолжили, тут и закончим. Нет, конечно, тут не закончим, сейчас мы тут и продолжим. Во, это опять мой миниган пиздатый крутой, который этот хрен мне должен сделать, да? Или нет? Да не, я чувствую, он меня кинет, он же такой, бля, кислый, блядь, скользкий такой тип, блядь. Опа, опа, тихо. А, ну я же этой хрени даже не собрал, да, ни разу, блядь. Ну, конечно, что тут у меня тут ни хрена нету, мол. Сука, козлы, мел, ну вообще, а? Вот вы козлы, блядь. Вообще ничего мне, блядь, не оставили. Опа. О, хорош. Хорош, две соточки. А, преобразователь, это сотка, пидор ебаный, блядь. Это всего лишь сотка, козел, блядь. Уёбок, блядь, я... Так. И чё? Заперто. Чё дальше-то, алё? Я тут нажал все, что надо. Дальше что? Мне же не возвращаться вниз зачем-то, блядь. Правильно? Чё ты сказал? Ну-ка, тихо, нахуй. Я помню, некоторые... А в Dead Space некоторые ящики можно было разбить. Но я понял, да. Иди нахуй. Так. Угу. А! Понял. Слушай, этого ублюдка, мел. Блять, сколько нахуй тебя можно убивать, сука? Бля, я хуею вообще, просто пиздец, блядь. Я вообще просто в ахуе, блядь. Использовал сейчас эту хуйню, приколи. Просто так вообще сейчас. Он даже не схватился, петух ебаный, блядь. Так, и чё? Мне куда-то сюда? Я не пойму. Ну, он не запрыгивает, нет. Костюм, блядь. Так, никаких пока решений не вижу вообще. Так, ну не туда не прыгать, не вариант вообще. Да? А как тут анимация смерти, интересно? Ага, понятно, хуй тебе, да? То есть, блядь, туда нахуй я мог его под эти пропеллеры кинуть, да? Вот, отлично. А под это швырнуть в пропасть нельзя, блядь, да? Это очень плохо, но... Так, что там? Да ладно, залетай, что ты, там нет никого, сто пудов. Блять. О, это бабища. Слушай, кстати, она похожа на эту, как его, из пацанов, да? Актриса, которая. Я почти уверен, что это она.
fly out. If we can do this, we just gotta stick together, all right? Я не полечу с ней. Word of advice, though. Don't trust him. He's not what he seems. Да кто говорил бы, блядь? Как ты вообще поняла, нахуй? Ты меня не знаешь вообще ни разу, блядь. Ни секундочки. Опа, это такое? Да, слушай, это стопудов она. Да, это она. Да. Я угадал. Странно, я как-то не узнал ее сразу вообще. Ну там потому что как-то по-другому это все было. Опа, давай нахуй скрываем. И я нахуй. Высоковато, по-моему, мы остановились. Ну сейчас я, сейчас я тебя точно спущу, ну отсюда я. Ха-ха, давай прыгай! Ебать, паркур! Классно, блять. Нет, он все-таки не упадет. Мы все-таки этого не увидим. Так. Все, ползем. Ползем к своей цели. Че, мы будем эту бабу-то пиздить? Нет, я за свои проступки-то она должна... Она должна ответить. Блять, и что это было? Сейчас нападет, стопудово будет мне въебало вгрызаться, блять, да? А, пардон. Забыл отклониться. Вызывай трамвай, блять. Хуя ты, красавчик. Я, блять, я же говорил, что он нахуй нас кинет, я стопудово, он же петух вообще, мол. По нему же видно, мол. Сейчас мы ему ебальник набьем, блядь. И бабе этой тоже ебальник набьем. Нахуй мы должны, блядь, в конце останется только один. Так, и чё? Понял. Блядь, ну вот она опять из темноты, блядь. Я не увидел опять ее. Надо было посмотреть на туре, блин, что-то я тупанул. Надо было посмотреть. Сейчас еще раз такая херня будет, посмотрим, как он подыхает. Да не надо топать ногой, я пошутил. Я пошутил. Что там, кто-то головой, блядь, об этот, что ли, бьется? А в газовый баллон? Бля, я ж тебе говорю! Я тебе говорил! Пошли нахуй! Да ты скотина, бля! А как это? На блок нажимать или чё? Чё это такое? О, здоровье! На блок нажимать? Просто этот блок... Он не помогает, кстати. Я сейчас среагировал, и он не помогает вообще. Так, а как тогда? Как тогда от них? На, сука. Бля, о, давай посмотрим. Хорош! Блять, как охуенно здесь смерти сделаны, ебать его рот. Бля, без базара вообще прям круто, круто. Все! Больше я на это не поведусь.
Пошел ты нахуй, козел. Так. Бля, меня заново. Бля. Слушай, вот так вот я потратил меньше патронов, да? Смотри, всего два. Всего два я потратил. Да, так реально эффективнее. Ты, блядь, скотина ебаная. Как от нее это самое избавляться? Как от ее, как ее парировать? Как ее блокировать? Неужели она в любом случае наносит тебе удар какой-то вообще или чё, но... Блок не работает. Не знаю, как насчет у ворот. Сейчас надо попробовать. Но первый сейчас стопудовый, наверное, нет? Сейчас надо в сторону нажимать. Максимально быстро. Я забыл про эту хрень-то, блядь. Залупа какая-то, блядь. Сука. Так, перезаряжай. Нет. Он не уворачивается. Я не знаю, что... Ты еще вообще красавчик, блядь. Повернулся, ты просто очень в нужную сторону, блядь. И что с ними делать? Вот и что с ними делать, блядь? Они вообще, ну, никак не парируются. Что с ними делать? Он не парирует их. Он ничего не делает с ними. Я запомнил, сучар, тебя. Он ничего с ними не делает, блядь. Чё вот как? Вот чё мне делать, блядь? Да перелази, блядь. Сука ты немощная, блядь. Не, не полезен. А, да, тебе похуй. А я чё приседал тогда зачем? Заебись я. Заебись, блядь. Ну и хуй с ним. Ну и ладно, блядь. Не очень-то и хотелось. Здорово. Понятно. Понятно. Вот оно что пихалось. Ты можешь отсюда прям стрелять? Господи, блядь. Пошел нахуй. Ебать, там этот ёбнутый робот, блядь. А он неисправен? Слушай, он это самое, нет? Он меня заметит, он меня убьет? Проверим. Не, слушай, он нормально работает. Походу опять ныкаться придется. Так. Бля, когда я смогу валить их? Ты, блядь, робот-полицейский, блядь. Трошки, отлично. Опа, могу стрелять в голову робота, конечно.
попробуем гасануть этого мудака ебаного. За всю хуйню. Critical failure detect shutting down. Ебаный, блядь. За всю хуйню тебя понял я. Расшифровщик, кто это? Ух ты, с него выпадает много, да? Слушай, смотри. Все, и шлем тебе не помог я. Так. А, здесь все, да? То бишь только вот это я не собрал, потому что у меня полный бак. Нет? А, полное... В смысле? Это быстрое пополнение. Я понял. Я тебя понял. На контрольной точке? Ты знаешь про контрольные точки, блядь? Это чё, блядь? Четвертая стена? Вот контрольная точка, чё, давай докладывай ему. Нах ты вообще с ним разговариваешь, он тебя кинул. Бля, но в таком длинном коридоре кто-то должен на меня напасть, просто обязан. Не-не-не-не-не, братан, не настолько далеко, не надо. Ебать, я среагировал круто вообще. А она так и будет? Вот, а что это такое? Залезай! Или нам туда не надо? Я понял. Очень вовремя. Очень вовремя, блядь. Надо было на другую сторону перебираться, короче, я понял. Жестко. Блин, классная игра вообще, блин, веселит просто по полной. Так. Да с... подожди, нет, все нормально. Или нет? А, да, все. Блин, я думал, я робот, это самое, да, точно. Я... Мы же контрольная точка, да, он же нам сказал. Ползем, ползем. Подожди, она что, не досюда, что ли? Назад.
Нихуя! Прикинь. Прикинь, еле-еле увернулся вообще. Хуя, здесь даже такая хуйня продумана, чисто, знаешь, на увороте, блядь. Классно. Блядь, игры нахуй более такими уже делают, да? Смотри, как классно-то, блин. Да, это не то, что, блядь, там это самое. Хотел сказать киберпанк, конечно. Ну, киберпанк был проебан только в этом, в графике, блядь. Ну и в оптимизации, конечно. Так, ты игру, короче, ничего. Yeah, а ты что будешь делать? Только. Да пошел ты, козел, блядь. А. Что-то стемнело. Жилой купол. Хорошо. Слушай, а я вот так буду всю игру ходить вот в таком наряде? Или у меня появится какой-то крутой костюм? Ну, знаешь, как в Dead Space, помнишь, там можно было усовершенствовать его как-то, новый покупать себе там, то есть всякую херню такую мутить, короче. Здесь будет так же интересно или что вообще? Или я так и буду как лох ее обходить? Пистолетик только увеличивает себе и копить на это самое. Кстати, нам надо дробовик как-то улучшить, а у меня этой нету. Я вон только эту поебень собираю, блять, и все, мел, да? Ну да, конечно, чё. А у меня больше ничего. Это чё такое? А, у меня. Подожди, что это такое? Расшифровочка компании, которую можно умеренной ценой обменять. Ага, кредиты, количество. У Икс акционировала покупку этой контрабанды, чтобы вывести ее из обращения. Еще одна хуйнюшка, которую можно продать. Отлично. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, давай, давай. Давай, давай, сколько могу. 500, хорош. Хорош. У меня дробовик есть. Отлично. Здесь есть, кстати, расширение моего инвентаря или что-нибудь типа того, ну, да? А то что-то... Ну, пиздец, откуда ты его... Это чё, дробовик? Это чё, по-твоему, дробовик, блядь? Ёб твою мать, блядь. Обрезик я. Обрезанный обрез, блядь, у меня, нахуй, да? Пиздец, даже на это не хватает её. Вот, зато хватает на увеличение максимальной ёмкости, да? Давай. Сейчас мне пипирочку маленькую распечатают, я... Оп, все, заебись. То есть у них первоначально у охранников какая-то лажовая перчатка, да? Так, ага, так, нажмите кнопку 2, чтобы открыть меню быстрого выбора. Ага, угу. А, используйте колесики мышц, чтобы выбрать доступное оружие. Нажмите левую кнопку мышц, чтобы вооружиться выбранным оружием. Индикатор, да, то есть этот, блядь, я... А, то есть надо нажимать... Ха. А, просто двойку. То есть даже не зажимать. Хорошо. Хуй с ним. Давай быстрее. Хочу
без дробовика кого-нибудь крошануть его уже. Там два патрона всего у меня только, блядь. У меня, сука, у меня инвентаря вообще не хватает, блядь. Хотя нет. Ага, понятно. О, как реализм, смотри, не могу инвентарь включить здесь, я. Нет, на оружие хватает пока, все нормально. А вот на вот эту залупу вообще не хватает. Подожди, а подожди. Это в смысле? А, вот оно лучше. Все, я понял. Угу. Подожди, то есть я могу... Нет, не могу. Просто просмотр... А, их, наверное, менять надо будет. Улучшенить или что? Бля, как все сложно. Как все охуенно круто запутано. Так. И чё, и чё, и чё, и чё? Что там сверху лежит? Надо достать быстрее. Блядь, чё ты меня пугаешь так? Ты чё? Хуя ты голограммой можешь здесь ходить? Мне надо спустить эту хуйню, братан. Там какая-то хуйня лежит. Ага! Хуя себе, блядь. Технологии будущего, прикинь, даже сил прилагать не надо. А залезать мне как с этой стороны? Отлично, понял. Так, 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 две соточки. Отлично, отлично. И мне надо вот сюда, понял. Не залезай! Тащи! Слезь, сучара, блядь. Все, будущее уже здесь. Так, подъемка. Все, сука, я готов. Блять. Заебись вообще, блять. Патроны, я тебе говорю, заполнены почему-то. А как? В смысле? Это что, патроны для дробовика? А, для пистолета все, да. Преобразователь энергии. Сука, мне срочно нужен это самое, блядь. Там не было же моего улучшения костюма-то, правильно? Бля, это плохо. Это плохо. Это очень плохо, слушай. Подожди, это новый? Нет, это сотка. Ну ладно, хуй с ней тогда. Понял. А, пардон. Кто-то упал, блядь, там, нахуй. Спьяну, блядь. Спьяну! Отлично! В дерьмище прямо. Классно, вообще нравится. И сейчас будет битва, блядь. Это похоже? Конечно. Похоже на арену, конечно же. Бля, быстрее, я тебя умоляю. Тихо, тихо, тихо. Так, нам надо что-то... Ага. Я! И чё, и чё, и чё? Ага, отлично. Отлично! Немножко дерьмеца.
сука, назад не свернуть даже. Хуя это вообще что такое, блядь? Материализующийся монстр, блядь. Это что такое-то? Я на такую хуйню не подписывался. Алло, вы чё, блядь? Охренели совсем, что ли? Я как с ним биться-то буду? Пиздец. Пиздец. Подъем. Преобразователь он все-таки взял. Обычный, сука, фу, блядь, за сотку, блядь. За сотку, блядь. Ну, кстати, нам нужен это самое. Нам нужен новый робот, чтобы... Чтобы забрать с него это самое, детальку за пятихаточку. Блять, контрольная точка, я думал, нам надо направо, блять. А я опять по верному пути иду. Бля, господи, как трудно здесь в этой игре определяться, куда нам надо идти, чтобы что-то там найти, блять, какую-нибудь это самое, патроны там или что-нибудь типа того, блять. Господи, блять. Быстрее к ящичку. Мать. Блять, сука, я чуть не дриснул. А, два патрона сразу он выпускает, да? Ясно. Ну давай еще разочек. Так, стой. Отсюда я вылез. Угу, смотри. Сука, чмо, блядь. Все? Пидоры. Помощники, блядь. Так. Контрольная точка. Ну и чё, вот туда или вниз? А? Пойдем туда. Стопудово правильный ход, блядь, да? Ну и чё, блядь? Так, автоматик, да? Чё могу?
ничего не могу. Подъёбка. Сука. Найс. Отлично, иди нахуй. О. Вот, надо же, угадал, блядь. С ящиком. Видишь, как, блядь, хорошо. Первый раз, блядь. Хоть возвращаться не пришлось, но. Хотя я уже столько пропустил, пиздец, проебал. Столько всего. Столько всего потерь. Ну, конечно. Конечно. Нового ублюдка настолько здесь не хватало. Конечно же, ну. Блять, я даже вообще, ну... Я даже ничего нажимать не хочу, ну. А ты не мог бы все сразу подбирать, а? А, да? Классно. Вот в Last of Us, например, она сама вот сразу все подбирает. Ты нажимаешь несколько раз, она приседает один раз. И все, и такая хоп-хоп-хоп. Двумя руками, и все, нормально. Единственная игра, по-моему, в которой так делается, но... Все, в остальных во всех играх вообще так не делает больше никто. Ну и пошел ты. И... А, да? Так. Нужно запомнить этот код. Все, запоминай. Запомнил? Феноменальная память должна быть у это самое. У кого-то из вас. Фундаментальная память. Так. Отлично. Нет. Так, ну чё мы тут можем? 110 это самое, да? Четыреста десять. Чё могём? Повышение это самого инвентаря у нас нету, да? Боеприпасы для дробовика, ну понятно, ясно. Вообще замечательно. Ага. Ну, может быть, конечно. Давай. Ну, важная хрень, потому что, ну, пускай там будет теперь 3 патрона. Или 4, да? Раз он стреляет по 2, значит 4 патрона, да? Да, вон 4 ствола появилось. Вот. Хоть как-то, блядь. И теперь будет 4, это самое. Ну, 0, конечно, да. Конечно же 0, но 4. Так, личные данные здесь все? Все? Ага, все. Все. Так. А, ну чё, предлагаю тут и закончить. Все, аребидерчи, ливидерчи, бири-бир, бири-бирберде. Ари-берды.